И так девушки в категории Open Field, всем также пора начинать игры. Блять! А! А!
Вася, пойди сюда, на секунду. Два молодых брата близнеца. Далеко не уходи, пожалуйста. У нас еще один есть вопрос, он интимный. Я не могу. Еще есть Рыснюки. Тоже два брата прилетел. Я даже видел, как один раз на катшоте не играли друг против друга. Это забавно. И меняли. И, точнее, не меняли сторону. Девочки тоже переходили. Да? Собирай вещи, езжай домой. Я вот не знаю, кто это. Я думал, что скорее вот эти вот домой. Сказал, что они покруче. А там все знакомые. Ну, может, конечно, играть сейчас первые. Может, у них наоборот играют. А они тоже попали? Ну, хватит. Нет, все Правильно, да.
тоже подкачайся, там, тебя не вижу у себя. Решающие игры. Итак, наконец у нас готовы результаты микстов четырех звезд. Сетка Гольцов Попова, Алдовин Белов, играет на корте номер 14, Сырик Шалашов Русин. Ледовская Чумаков, команда Ефимова, играет на корте номер 3, Сырик Пушкин Черенкова. Также в сетях оказались команды Захаров Денисова и Павла Гаврика. Далее сетка на смысле лайк, видимо, Бен. Марченко Домаюнова, Брахика Пагафонова, играет на корте номер 1, Сырик Русов Солодянникова. Мирович Маринова, Бабкин Андреева, играет на корте номер 2, Сырик Щепельтовский, Щепельтовская. Также в сетке Б оказались команды Лизаров Крутяк и Мартин Васильева. Далее сетка на сцен. Мы будем лайка. Столяров Житкова, Иванов Розовикинова, корт номер 4, Сырик Кулешова, Лисицын. Тихий Эверт Шибаков Петрячков играет на корте номер 5, Сырик Атомный Левашова. Сетка Magic Jeep, Кокарев Попова, Кокорин Лаврова, корт номер 6, Сырик Гозина Айкала. Также в сетке Magic Jeep команда Золотая Золотой. Итак, еще раз. Все на корте заходим. Столяров Житкова, Иванов Незаметинова, корт номер 4, Сырик Кулешова, Лисицын. Тихий Чебакова, Страшкова, корт номер 5, Сырик Атомова, Левашова. Мбрович Маринова, Бабкин Андреева, корт номер 2, Сырик Щепельтовский, Щепельтовская. Марченко Домаюнова, Ратников Агафонова, корт номер 1, Сырик Урусов, Солодянникова.
Лебедская Чумаков, Ефим Валентинов, корт номер 3, Сурик Пушкин Черенкова, Лицо Попова, Алдофин Андреев, корт номер 14, Сурик Шумашов Русин. Команда Белов, если вам не надо разминаться, можете начинать игру. Еще раз, пятый корт. Атомная Левашова. Атомная Левашова судит на пятом корте, а играет Тихий Эвер и Щедокова Дорожков. Команда Тихий Эвер вас все там ждут. Да есть Завроры, она не просто домой надо, она сказала, что здесь. И возьмите мой ноутбук. Вот так раз и там, я буду минимум две игры играть. Все нормально. До финала. Слушай, да, почти до финала дошли. Это Леша, с другой стороны. Рыбырком. Слушай, короче, это тебе надо за Авророй заехать. Знаешь, где Лазерский мост? Вот этот, короче, ты проезжаешь его, разворачиваешься в обратном направлении, а Аврора там будет так где-нибудь на остановке дальше нового дома. Перед Лазерским мостом. Поняла? На стороне Крестовского. То есть ты переезжаешь, вот ты едешь с Петроградки. Ну да. Там ничего не отстрелят. Ну да, построй маршрут, да, там. Построй маршрут. Ну, стационарный, там, с другой стороны подъехать туда, скорее всего.
Так, еще раз команда Тихий. Там просто новый дом, у меня там так и будет. Сейчас я Аврору сюда отправлю, как бы она сейчас будет там ждать. Так, мне вдруг напомнили, что у нас команда Тихий снимается, поэтому, собственно, Шабакова, Петрячков проходит далее. Значит, далее. Атомная Левашова и Рондолева Соколов играют на пятом корте. Соответственно, Шабакова, Петрячков и Сидор. Агай под ноги, прямо в крон, далее на 15-м корте, Сурик Миронов, Белинский. Давай. Ты сейчас самое интересное.